Это и есть инклюзивный танец. Его вместе исполняют партнеры с инвалидностью и без. Ну, конечно, есть разница между классическим пониманием бальных танцев и инклюзивными танцами, но это всегда интересно изучать что-то новое, чувствовать партнера с другой стороны, открывать какие-то новые возможности. Это первый большой концерт танцевального коллектива Soul and Dance. Его название переводится как «Душа и танец». Здесь люди с ограничениями по здоровью вместе с волонтерами осваивают современную хореографию, танго, хип-хоп, танцы народов мира. У нас занимаются ребята с разными формами инвалидности. Это колясочники, это ребята с ДЦП, у них разные повреждения опорно-двигательного аппарата. Ребята слепые, ребята глухие, ребята с ментальными нарушениями. И каждому из них подходит свое конкретное направление. Те ограничения, которые ставят люди, они прежде всего в голове. А вот сегодня представители этого танцевального коллектива, они нам говорят о том, что может быть поставлена цель, и эта цель обязательно будет достигнута. Танцевальная студия существует только год, но за это время коллектив не раз занимал места на региональных и международных конкурсах. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, «События».